Сёлета мероприемство проходит у новым для его формате. Онлайн-конференция дозволяет утягнуть у раскрытие проблематики больше специалистов. По словам организаторов, это нашмат повышает якость и продуктивность науковой працы историков. А мета у них непростая. Ни для кого не секрет, что в опошний час все частей возникают спробы переписать историю подей и выников войны. И задача удельников конференции при допомозе важких аргументов и фактов расставить кропки над «и», назавжды покинувши у истории подвиг советского народа. Выником конференции станет выдание сборника науковых артикулов. Специалисты уверены, он дополнит информационный массив докладных ведов, откроет новые имена героев и умацует историчную память народа. Проведение этой конференции, яно, ну, як падаецца, з'яўляецца дастаткова важнай справай у вывучэнні, адкрыцці новых аспектаў падзей Вялікай Айчыннай вайны, канкрэтна ў нас тут на Гомельшчыне. Сёлета на канферэнцыі збіраюцца навукоўцы як з Беларусі, практычна з усіх універсітэтаў, многіх навуковых цэнтраў, таксама і з Расійскай Федэрацыі. І я думаю, што сёння мы знойдзем нешта новае у той проблематики, якая поставлена перед доследчиками.